Анонс с 1 по 8 серии сериала «Лихорадка» в первой серии. В Москве в НИИ вирусологии идет работа над секретным проектом «Конструктор вакцин». Полина Матецкая – автор идеи, а руководит проектом ее отец – вирусолог и полковник медицинской службы Иван Матецкий. Неожиданно для Полины директор НИИ вводит в группу ее бывшего одноклассника Виктора Жданова. Тем временем в одной из развивающихся стран Африки Лемурии набирает силу эпидемия Эбола, новый штамм известной лихорадки Эбола. Во второй серии Полина больна с неизвестными симптомами. Она находится в клинике. Бригаду, улетевшую в Африку, возглавил ее отец Иван Матецкий, а Жданов теперь исполняет обязанности Матецкого. Местный доктор и внучка вождей Софи Диогу ведет сражение с болезнью и с местными суевериями, отбивая нападение родственников и пациентов на госпиталь. В третьей серии Жданову удается обойти Полину. Его утверждают руководителем проекта, а Полину понижают до заместителя по науке. Полина сбегает из больницы и возвращается на работу. В четвертой серии головная боль Софии усиливается. Ее бабушка уверена, что Софии прокляли. Окрыленная возможностью помогать отцу, Полина погружается в дела, но ее ждут неприятности как на работе, так и в личной жизни. В пятой серии в ней в группе Жданова и Полины появляется новый некомпетентный сотрудник. Протеже замминистра Павлючек. Его ошибки тормозят работу проекта. Полине необходимо нейтрализовать его, пока он не подверг всех смертельной опасности. В шестой серии после скандального сообщения в СМИ разрастается шумиха. Проект «Конструктор вакцин» временно замораживают и запрещают помогать миссии в Африке. Полина решает продолжить работу над вакциной нелегально, но переживает, что своими действиями может подставить Жданова. В седьмой серии проект «Конструктор вакцин» временно закрыт. Полина просит отца что-то придумать. Жданов возмущен действиями Полины. Из-за нее проект могут закрыть окончательно. Жданов и Полина ссорятся. В восьмой серии Полина и Жданов оказываются ночью одни в лесу. Проект «Конструктор вакцин» разморожен. Теперь вопрос курируется на высшем уровне. Полине предстоит в кратчайшие сроки разработать вакцину на счету каждый день. Необходима кремация тел умерших от Эбола. Посмотреть с 1 по 8 серии вы сможете с 9 по 12 октября на телеканале «Россия-1». Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.